Маскировочные сети, снайперские костюмы, тепловые пушки. Эти и другие вещи, так необходимые на фронте, сегодня загружают фуру, которая отправится в Луганском и Донецком направлениях. Алтайские волонтеры совместно с Народным фронтом упаковывают продукты питания, инструменты. Также в фуру загружают автомобили. Большая, просто колоссальная отправка у нас на госпитали идут. Это и постельное белье, и в том числе и медикаменты, обувь. Ребятам отправляем. Отправляем гитару, чтобы в момент какого-то отдыха было время спеть песню военную, поддержать ребят. Уже не первый раз фура в зону СВО отправляется отсюда, из краевого поисково-спасательного центра. Здесь удобно хранить груз, да и спасатели очень помогают. Рабочие руки нужны всегда. Вот теми же дронами, квадрокоптерами, которые мы поставляем и так далее. Мы помогаем ребятам выполнять задачи, но есть еще наша теплота, наша любовь, наша поддержка. И вот поддержка в виде ваших вязаных носочков, которые вы приносили, жгуты ребятишки со школ, которые приносили, мы обязательно передадим их в медицинскую роту 1442. Волонтерам удалось собрать не только вещи, которые пригодятся на фронте. В местные детские сады они привезут книжки и игрушки. Уже в ближайшую неделю груз из Алтайского края будет на месте. Ирина Корчагина, «День с толком».